Сегодня этому пацану исполняется 12 лет. Мы приехали на Крестовский остров на аттракционы. Дива остров на аттракционы. Сейчас я вам покажу полный круг на колесе обозрения. Вверх поедем по одной стороне, а потом вниз поедем по другой стороне, я пересяду. Вот там, видите, начинают. Ну это легкая горочка. Мы взяли крутые браслетики. Безлимитка. Безлимитка до 8 вечера. Мы будем адреналиниться. Не, ну я хочу адреналин желтой горки. Самая большая это желтая. 100% ближе. Вон там детишки орут, детям он тоже страшно. Ну это все не страшно. Несерьезно. Вот там ЗСД видно, вид открывается, стадион этот, Зенит, арена. Синяя горка. Вон это, как ее называется, там станция метро Беговая. Вот объездная. Ох, сегодня нам предстоит много ужаса. Да. Я в том году еле пережил. Красная горка, желтая, фиолетовая, синяя. На них мы на всех покатались. Думал, в этом году будет лучше. Но мне сейчас страшно, капец. Видишь, ну, не прям сейчас. Ой, вернее, видишь, докуда желтая горка, оранжевая? Она почти до этой штуки, на которой мы видим. Вон какие карусели. Виды открываются. Почти до карусели. Так, давайте я вот еще с этой стороны покажу круговую. О, там пляжик даже какой-то, смотри. Какой. А что это за речка? Можно позагорать. Вот Санкт-Петербург. После этой мы пойдем с тобой. Так, сейчас вот вроде как вниз будем скоро уже, или уже едем. Мы ровно наверху. Ровно наверху, вон смотри, вот сейчас мы еще будем, когда поравняемся вот с той. Да. Так, вот сейчас я буду стоять. Можешь? Не, лучше не надо. Станция метро Крестовский остров. А мы вот тут можем ходить? Весь Питер как на ладони. Кому интересные виды. Синяя горка, моя фаворитная. Вот парк этот. Кстати, только заметил сейчас, что это синяя горка, если касается ракеты. Что-то на ракете сегодня кататься никто еще пока не хочет. С утра боятся. Я вообще не буду на ней. Она слишком экстремальная. Видите, ракета. Говорят, она отвалилась когда-то. Да. Ну, не на совсем, там на одном канате-то держалась, наверное. Поэтому я на нее не пойду. Синяя горка, вот видите, там синюю горку, моя фаворит. Да. Мы уже спускаемся. Сейчас будем вот промзону вам, промзону покажу. Кажется, она красивая, большая. Блин, синяя. Не видно ничего из-за солнца. Нет, это красиво. Самое интересное, что у нас без лимита, мы хоть на этом колесе можем еще круг проделать, проехать. Сколько? Вот. О, может, вот так получше будет видно в окошечке. Главное, телефон не выронить. Вот это ЗСД нам. Синяя горка. Где-то там пешеходный мостик. Да, я вообще шел, думал, мне будет небо, как это, небо по плечу или море по колено, небо по плечу, а приехал и что-то страшно стало. Вот решили начать с кольца. Да, и потом пойдем сразу на синюю горку. Мне кажется, вот. Она все-таки не работает. Будете в Питер, приезжайте на Крестовский остров. Дива остров, Дива Ленд, это парк. Парк аттракционов. Ну и плюс еще парк есть огромный же он. Туда дальше идет.
не пожалеете. В рабочие дни вход бесплатный, а в эти дни 100 рублей. Ну и плюс аттракционы там от 100 рублей детские и до 1000. 1000 это катапульта стоит. Тебя со всей дури из рогатки в небо запустят, еще ты 1000 за это отдашь. Это лучше бы нам давали 1000 за такое. Ну вот, 5.5, ну 6 минут круг один идет. Ну, поздравляйте этого вот пацана, 12 лет. Будущий рок-звезда. Или рэп-звезда, он еще не определился. Мы сейчас пойдем на Семигорку. Все, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.